Ты опять хочешь нас всех угробить? Вот ты посмотри вниз! Вот посмотри вниз! Вот зачем нам с ним сражаться? Вот он нас не видит, он просто там ходит, плюется. Но нас-то он пока не замечает. Мы можем просто аккуратненько спуститься по-тихому и вот туда вон пойти. И он нас даже не заметит. Зачем нам рисковать-то? Ты, походу, нафиг каждый раз забываешь. Так ты нас это, на голову свою посмотри и на меня хрыть посмотри. Из каждой такой чучундры выпадает кусок вот этой вот рваной плоти, которая офигеть как хорошо защищает. Мы же не знаем, что нас там дальше. Вот он плюет. Мы не знаем, что нас там дальше ожидает. Понимаешь, мы их грохнем. Оденем деда наконец-то и гречку, которая вообще тут приуныла. А у тебя есть гарантии, что эта чучундра нас не завалит нафиг? Во-первых, их двое. Вот раз чучундра и у тебя... А ты в сейфе смотрел, что там нафиг сзади вас находится или нет? Нет, еще сосиска отойди. Посмотри! Так, ноль патронов, тут ноль, тут нифига нет. Тут у меня, тут тоже ноль патронов, тут тоже, конечно же, нифига у меня нет. Все, что у меня осталось, две оглушающие гранаты и пистолет. Дед, я не знаю, справится ли твоя вот эта вот картошечная пушка, но в целом можешь попробовать. Сначала шмаляй в того, потому что он на дальние дистанции плюет. Давай, сейчас вот прицелись вот так вот. И опа! Вот так, опа! Он ягодами стреляет, ягоды только остались сейчас. Вот так. Все не попадаю! Мне кажется, это плохая идея. Ты уверен, что он вообще урон какой-то наносит, если ты ягодами шмаляешь? Ну не знаю, вдруг ему там в глаз попадет, не знаю, в рот попадет, задохнется. Закрывайте глаза. Ой-ой-ой-ой! Закрывай! Я потрачу! Где у него голова? А, у него нет головы! Хрит, я одного завалил. Уже, что ли? А нашего что? Дробаш, бери в руки и просто прыгай ему на голову! Давай, раз, два, три! Да я лучше сверху постреляю, нафиг тебе прыгать сюда! Стреляй! Сейчас вот под... Что? Я убил его! С одного выстрела! Мы больше нафиг с тобой здесь снизу вот это друг другу языки чесали, чем вот спускайся! Давай! Осталось просто зачистить вся... О, матерь божья, что это такое? Осталось просто за... Кто меня так хорошо фиганул, то что... А! Все прошло! Башка резко крутиться начал на меня! О, как по этому нафиг клоуну самбарю сложно попадать. Нормально с него парши выпадают, добивайте там срам. Вот я больше всего вот этого нафиг ненавижу, который мухи. Вот. Ты чё выпил, дурачок? Помогите! Где его тут добить нафиг? Что только нет? Да мамочки, на нас давай! Давай, бей, там мухи. Так, мы здесь смотрели системную плату сюда. О, порванная плоть выпала, а я поменяю на обновленную. Так, кому дать хорошую броньку? Мне, давай. Нет, ты плакал, я тебе не буду давать, ты бесполезная, а ты, нет, ты тут самый адекватный. Хотя нет, я тебе пока что до конца не доверяю. Херейт, забирай. О, да кто меня бьет? Надевай. Это парши. О! Отвратительно выглядишь, хоть ты и до этого отвратительно выглядела, но сейчас еще больше. Вот я ж тебе говорил, она противная, а ты еще говорил, что я ною. Добивайте всех, кто здесь есть, я пока заберусь, нафиг не могу забраться. Заберусь туда наверх и посмотрю, что там в том сейфе было. Еще не стоит забывать то, что можно все эти ящики еще открывать. Ну ладно, сейф. И ты, глупыш, даже нафиг не заметил то, что... Колесо? Я колесо нашел какое-то! И чё? Толк там от него? И вот и я думаю, нафига здесь вообще хоть какое-то колесо было? Хрей, тут твои патроны для дробаша, иди забирай! Все надо осмотреть! Фиг его знает, где мы что-то можем найти, а где мы что-то не можем найти! Возможно, матерь божья, тут патронов хреть! О, на дробаш, есть на дробаш! И ты там на дробаш много, и ты нафиг все это пропустил! Ты две оглушающие гранаты на дробаш и часть приборной по... Я нафиг не понимаю, что я нахожу часть приборной панели, колесо. В предыдущий раз я нашел канистру с топливом.
Мы что, какую-то машину по частям здесь собираем? Я вот это не понимаю. А какая разница? Нафига нам колесо, нафига нам часть приборной панели? Мы один фикс, и у нас механиков нет, мы ничего собрать не сможем. Дед, ты же в детстве тракторы ремонтировал, ты где? Вот-вот, я внизу, конечно, ремонтировал, что там делов-то? Там гайку прикрутить, тут открутить, готово. Ты опять чайник гоняешь, а? Да, вот угощаю гречку. Ой, и вот сосиску угощаю. Они меня не обижают, в отличие от вас. Видишь, Херейт, есть у нас механик. Ну и что дальше? Мы сейчас находимся в бункере. Нафиг нам тут какая-то машина? Да тут нам нафиг не нужна никакая машина. В первую очередь нам бы отсюда свалить, потому что ну слишком мы до... Проход. Нам туда. Закругляйте свои череп... Ты блок пропустил! Я глупый! Надевай! Будешь со мной в такой же броне! Я забыл то, что мы двух нафиг монстров убили, то, что там еще другая кожа. Дай куртка, заберите каждую куртку, если кому-то... Справа. Я беру на себя левого, а ты хрен бери на себя правого. Быстро, давай. Раскидывай. Здесь все зачистили. Все, что здесь было зафиксирован. Победа. Что за генератор там? Везде стальной провод, бинт, штурвал. Жить, я не понимаю. Я сначала думал, мы какую-то машину собираем. Сейчас у нас колесо, канистра, часть приборной панели, штурвал. Ну, у меня был кукурузник, да, как бы поле вот это вот поливать, орошать удобрением. Но я его не так долго чинил, чтобы разбираться. Хрень, ты мне что выкинул? Самолет? Подожди, я об этом никогда не задумывался. А если мы реально сможем найти, отремонтировать самолет? Мы же просто сможем улететь с этого острова раз и навсегда. План-то может и хороший, но я видел только один самолет на этом острове. И знаешь, мы на нем разбились, и он пополам поломан. Откуда ты нафиг знаешь, есть здесь еще самолеты? О, какая красавица! Меня еще вырвет! Отдай деду тогда нафиг, если... Давай мне, да я не... Нет, забирай, это противное! Что нафиг за дичь там происходит, я не понимаю. Три генератора какие-то, вода... И какой-то человек в клетке, я только сейчас его увидел. Может, он знает, где наш настоящий Экзанил находится? Давайте спросим у него. Он в клетке нафиг, ты не видишь, что ли? Если он в клетке, значит, его туда кто-то посадил. Ну, разговаривать-то он может. Если живой, конечно. Если живой, вот именно. Так аккуратно к этой дичи нафиг не приближайтесь и в нее не наступайте. Я один раз в нее наступил, потом нафиг создание с Экзанилом потерял. Так, за мной! Пока... Хрейт, патроны не вечные, если что. А у меня, я думаю, есть вечные, что? Давай по очереди! Ты нам... Стреляйте вместе! Дед, твой у тебя... Дед. Да заходите, давайте уже, нафиг все сюда! Все, и последний! Аккуратно! Дед, прости ради бога! Не вижу ничего! Прости дед! Ради бога! Шмаляю! Да не туда! Что, кто это нафиг такой? Куда он побежал? Он там! Где? На господи, боже мой! Господи, я его даже... О, матерь божья, я его даже нафиг не заметил изначально, то, что там вообще кто-то был. Хорошо то, что пистолет у меня жирный. И хорошо... Опа, сюда. Так, это рваная плоть, это штанишки. Обновляем, дед, иди сюда. Забирай. Давай. Это тебе. Ну, что за шум? Он не живой. Понятно, что не живой, а что шумит-то? Что не стучит? Да завалитесь нафиг хоть на секунду, чтобы я расслышал, что стучит! Вы орете, я не слышу, что стучит! Что? Это генератор! Матерь божья! Сквозняк! Он толчился! Он такой-то микстили, то что дверь раздвигать! Что это? Три генератора! Я нафиг не понимаю, куда попали, что это за мужик? Малим нафиг отсюда, туда, откуда? Мама!
Матерь может быть быстро, быстрее побежали! Я тебе изначально тупик нет говорил, тут был какой-то проход. Нет, тупик, эта дыра на жди не пропала. Вот она! Не-не-не-не, мы сюда не идем. Свет включился. Он идет, Подожди! Да заходи там открытой, давай быстрее! Может, его отвлечь, а вы убежите? Не-не-не, заходи, давай, не стой! Заходи! Быстро! Давай! Просто! Да помогите мне! Закрывайте тапик всем, чем только можете, я пока бы... Ёппер! Да давай уйдем отсюда, я тебе говорю! Давай выкопаемся, пробежим обратно наружу, вообще надо! Упала! Что, куда? О, смотри, тут везде пауки! Тут везде пауки! Все пауки, везде там, куда? Куда? Что? Кто упадет? Я сейчас... Так выплыви туда, глупенькая. Вот туда. А, точно. Да, давай, не надо. Давай мы ее тут оставляем, его отвлекаем и пойдем наружу. Там это в центре острова спасения. Что? В центре острова спасения. Ну сам посуди логически. Кто ж на краю острова нас спасать будет? Какой нафиг центр острова? Что ты несешь? Ну надо вычислить, где центр у этого острова. Мы туда придем. Там наверняка... Ой-ой-ой. Сюда. Скорее. Назовешь, дед? Чувствую, я в центр острова, нам надо. Ну 100% мы там спасение найдем. Ты предлагаешь каким-то боком ответчик Станила? А тебя нафиг не смущает, что у деда откуда-то какая-то информация появилась, что нам надо в какой-то центр острова? Что ты несешь, старый престарелый? Да я не знаю, я когда вот так Станила увидел в таком состоянии, меня сразу в центр манить начало, нам туда надо. Ты дружак, что ли? Какой нафиг центр острова? Да не это... Не вникайся, я шлем ему это дал, ему щупальцы в уши нафиг туда впились, поэтому он вот эта лампа выключается нафиг. Пойдемте дальше. Мы нафиг спустились в какую-то канализацию, нам бы с этого бункера уже как... Он меня заметил! Надо как-то мимо него! Побежали! Кругом! Просто забодили! Тут ящики! Порох собираем! Да какая разница, Это патроны! Это все, да патроны! Так направо, там что-то нафиг, что там написано? Залетная полоса! Сюда, быстро, сюда, он идет! Мамочки! Где выход? Взлетная полоса там нафиг была написана. Взлетная полоса, бамбуки нафиг! Взлетная полоса в бункере! Как нафиг в бункере может быть взлетная полоса? Самолет! Станил же писал, вот помнишь, мы записку на стене находили, что он убежит к самолету и улетит. Так ты факт, что у нас этот больше самолет есть. Так, что? Записка. Тут записка детства и фото. Слышь? Чего?
Отойди, я пойду нафиг почитаю, что здесь такое. Объект 229 с позывным «Дед» был замечен в лаборатории. Он находился не один, в сопровождении с ним были другие объекты, личность которых нам пока не удалось установить. Это про нас, про меня и про... Агент сумел незаметно поразить деда дротиком с инъекцией. Препарат начнет действовать через 24 часа. Времени достаточно, чтобы они успели заметить изменения, но не поняли его природу. Остается ждать, если дед и его спутники поймут, что произошло раньше, чем ожидалось. Последствия могут быть непредсказуемы. Он очень близко. Дед? Там было... Что там написано? Ты нафиг ничего не слышал? Нет, мне что-то голова кружится. Ребятки, надо пойдемте куда-то уже наружу. Вы на центр острова, пойдемте быстрее, скорее. Держи его под прицелом. А ну если, стой! Если он пошевелится, шмаляй ему прямо между глаз. Прям в эту же секунду, и ты сосиска тоже. В этот раз я мешкаться не буду, мы один раз упустили их за Нила. Я стою, не двигаюсь, не делай. Там было написано, я нафиг не знаю, кому тут вообще можно верить, а кому тут нельзя верить. Там было написано то, что кто-то тебя поразил каким-то дротиком и внедрил в тебя какую-то инъекцию. Что нафиг задеть? Что за тайные агенты здесь какие-то, которые дротиками стреляют? Он там, он ванну там принимает, я не понимаю, ты кто нафиг такой? Смысл, кто такой? Дед, вот это вот сука, картошка, вот грибы, мои любимые грибы. Что не так? Тихо, не почувствуй, что тебя чем-то... Твою налево! Твою налево! Твою налево! Я не знаю, кто... Только один выход, прыгай! Прыгай на фе! Ё-моё! Я не понимаю, что происходит здесь! Какие тайные агенты? Почему их задел стал монстр? Кто в тебя шмальнул? Кто ты нафиг? Я не знаю, я дед! Я обычный дед, ваш дед! Я не знаю, как, может это когда вот это я на иголку на какую-то сел, еловую! Может это вот? Какую нафиг иголку ты сел? Ну мы отдыхали, и у нас был перевал. Я присел отдохнуть, думаю, вот что-то в попе больно. А там иголка еловая была, может, в этом проблема. Прыгайте все сюда, давайте! Наверх! Давай сюда, нафиг, беги! Что тут написано? Золотая полоса! Золотая полоса! Помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь! Давайте нас закрыться! Я не могу нафиг! Давайте! Я не могу нафиг это сломать! Я не могу сломать! Есть у кого-то зажигалка? Есть, вроде бы где-то была. Вот эту, на, держи, вот, я ж дед, я вам помогаю, вот. А я не знаю, эту, не эту, или какую. Или обычную нафиг. Нет, обычную! Обычной зажигалкой надо Ладно. Господи, у нас же всегда есть старая рабочая схема. С тебя материнская плата, с тебя телефон, с тебя часы, а с тебя... Ты сам знаешь что. Все на бочку нафиг выкидываем. Нам нужно вот это запомним. Давайте решим это вот тут на берегу. Сейчас вылазим и идем сразу туда искать центр острова. Нам надо туда. Теперь я понимаю, почему он про центр острова городит. Потому что ему что-то вкололи. И он, походу, сейчас больше не на нашей стороне. В смысле, не на вашей стороне? Да? Отойди нафиг туда. Да я ж только, за вас жешну! Без моего разрешения не приближайся ко мне ближе нафиг, чем вот на эти 4 метра. Центр острова нафиг, он мне говорит то, что надо. Ни в какие центры острова нафиг, дед, нам с тобой не надо. Материнская плата, системная плата есть у меня. Выбрасывайте, давайте, не смотрите на меня. Часы. Что там еще нафиг надо? Я каждый раз забываю. Бутылка. Что? Бутылку, значит, давай выбрасывай. Держи.
Прекрасно! Никто ж не против то, что я вот это... Да, да уже бахай! Господи, опять! Аккуратно! У нас как будто бы нафиг выбор есть-то! Еще! Мамочки! Еще! 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 Быстро! Быстро сзади! Вот сзади! Нафиг быстро выбрасывайте! Быстро! 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 Телефон! Быстро! Да, да что ж ты там? Телефон, глупый, не часы, а телефон! Быстро, давай взрывайся, не смотри на меня! Так, господи! Все открыто, открыто! Перепрыгайте! Идите быстрее, я закрою проход! Что-то! Взлетная полоса! Сюда! Где там нафиг ты пойдёшь? Закрыт, заходи! Да тут я! Замуровывайся! Чё-то мне нафиг кажется, или... Или это вообще никакая не взлётная полоса, не? О! И опять читать. Я что, в школе, что ли? Фантом 9. Препарат, разработанный для использования в специализированных операциях контроля над сознанием. Одна из особенностей воздействия Фантома 9 заключается в его влиянии на социальное поведение пациента. Вот это нафиг точно тебя вкололи! Вкали ему нафиг этот шприц, чтобы он поумел хотя бы немного перед тем, как садиться на иголки и грибы вот надо, это. На центр острова, аккуратно. Пациент начинает зазывать своих друзей, коллег и даже случайных прохожих в ЦОЛ, говоря им, что там можно найти ответы спасения или выход. На центр острова пойдемте срочно! Сквозняк. Конечно. Хэрри, тут написано, то, что его вкололи каким-то фантомом 9, и пациент, которого вкалывают, начинает зазывать всех на центр острова. Мы уже при Экстанила подобные записки находили. Я говорил, что его надо было пришить, а теперь меня тише. Никто не послушал. А теперь завали хлебобублочное изделие свое и пропиши деду между глаз. Все остальные оборачивайтесь. Надо из этого просить. Не делай! Если его поведение становится чрезвычайно убедительным, создавая иллюзию доверия и безопасности. В большинстве случаев жертвы не понимают, что их заманивают в ловушку, пока не остается слишком. Если это не сделаешь ты, если не сделаешь ты, сделаю я, дед. Подожди, ну не делай! Я не Подожди, да не делай, нет! Не делай! Предатель! Я не предатель, ну что-то я сел, ну видимо, ну попала в меня эта капелька, ну может излечить как-то можно, ну! Обернись, Херейд. С удовольствием, давай. Я сам все сделаю, дед. Нет, только не делай этого!